снова на Кавказе, где уже второй раз, и в прошлом году были, и в этом году. Все нравится, погода и природа, и вода, и питание, и гостиница, и зал, все есть для того, чтобы хорошо подготовиться к будущим соревнованиям. Везде база как база, но здесь соперники хорошие, сильные, много. Партнеров очень много, поэтому мне кажется, здесь пока очень. Потому что очень маленький зал, оси ауру, зал тренажеров, сауна, вы знаете, да, стилуется, столовая. Ну, все, что есть для подготовки, нормальной подготовки, буквально все здесь есть, я могу сказать, на 100%. Мы уже здесь второй раз на сборах в Кавказе. И здесь все условия созданы для борцов. Проживание, питание и главный борцовский зал. Уютный, и все условия созданы, чтобы тренироваться. Мы хотим поблагодарить от всей команды Азербайджана за созданные условия, за гостеприимство. Мы надеемся, вот этот сбор пойдет нам на пользу, и мы завоюем на Олимпиаде в Париже максимум медалей.